В Донецке 26 февраля состоялось проведение итогов конкурса детского рисунка на тему «Огонь друг, огонь враг». В отборе приняли участие школьники 5 городов республики, а именно Макеевки, Донецка, Тореза, Горловки и Енакиево. Автор лучших рисунков ждут поощрительные призы от МЧС ДНР. Ну, мы очень рады, что на базе учебно-методического центра гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций Министерство по чрезвычайным ситуациям Донецкой Народной Республики прошел конкурс детского рисунка на тему «Пожарная безопасность». Я хочу повторить слова Дмитрия Игоревича, которого вы уже слышали, что конкурс прошел нормально, и что действительно наши дети все эти рисунки присылали в то время, январь-февраль, когда проходили сумасшедшие обстрелы всех городов, на которых проходил этот конкурс.